Всем привет, 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 привет. А мы сегодня готовим дораду. Ну, в общем, я не знаю, что там нужно по рецепту. Это выготовить мой муж, но я пока приготовила следующее. Я испекла в микроволновке картошку. Я приготовила специи. Вот прованские травы, орегано или орегано. И черный молотый перец. Также оливковое масло двух видов. Одно с запахом, а второе без запаха. Что еще? Ну, непосредственно сама рыбка. Вот она какая у нас огромная. Сейчас я покажу, как она смотрится по сравнению даже с моей рукой. Вот. Она огромная. Просто невероятных размеров. Ну и там что будет, что нужно будет. Мой муж знает, что нужно ему по рецепту. И он уже сейчас дополнит этот натюрморт, а я сниму, как он все это делает. Так вот, мы солим рыбку. Так, он тут еще периодически протирает, чтобы там не было влажности внутри в этой рыбке. Вот картошечку порезали вот так на дольки. И сверху, я так понимаю, будем класть рыбку. Так, это перчик. Так. Es hierba Provenza. Porque tampoco. Ну, в общем, короче, внутри заправил все как положено. Теперь он ее солит. А сверху она почищенная от всего. Боже, ну она огромная. Ну, 2 килограмма, ребята. Это просто обалдеть. Я даже в магазине таких больших не видела, чтобы продавались. Вот. Ну, все то же самое, что вовнутрь, все то же самое наружу. Oliva. Aceite de oliva, sí, Sí. hay dos. Este Ah, no, el suave. es Este suave, a este no. Yo vale. pienso que mejor usar lo que no es suave, ¿Por así. qué no? Aquí es muy pasado. Понятно. Все. Сказал, будет использовать ту, которая без запаха, потому что он не любит запах оливкового масла. Он вообще к этому оливковому маслу как-то относится. Я люблю так, ну так, как это сказать? Когда много, вот это дело я люблю. Когда пахнет, а он такой, вот капнет. Я вечно потом и в салат добавляю, по-всякому. Так, все то же самое с обратной стороны. Сейчас он будет опять капать по капельке оливковое масло. Ну ничего, я потом сама все добавлю, все, что нужно, когда он уйдет. ¿Tiene sal de patata? Así, sí, patata tiene sal. Я люблю щедрой рукой. Я с маслом. Мне нравится. Так, вот мы идем в духовочку. No entra, se rompe el papel. Ну, все, наша рыбка готова. Вот она из духовки. Я не знаю, почему у нее вот это вот крылышко стало вот так, лицо у нее облезло и шкура сошла. Не знаю, что это за радость, но попробовали. Очень вкусно. Сейчас будем ее обедать. Ну все, рыбину мы уже разделали. Вот такое скелетище здесь сильное. Белое вино, картошечка, помидорчик. В общем, вот такая вкуснятина у нас получилась. Настоящий средиземноморский обед. Все, всем приятного аппетита и всем пока-пока-пока-пока.